Пятилетний Ванечка Петель занимается в Центре раннего развития «Маленький гений», подтвердив название центра собственными успехами. Игру Вани и еще 14 юных уссурийцев высоко оценила музыковед Елена Хайнер, она же автор программы «Software to Mozart». Этот конкурс проходил с середины декабря 2013 года по середину января 2014 года. Мы выставляли работы 15 детей. Конкурс проходил по онлайн, участвовало больше 17 стран мира. Педагоги центра решили не раскрывать секретов конкурса родителям. Все юные музыканты находились в одинаковых условиях. Это было для нас неожиданностью на самом деле, Наталья Юрьевна. Потом уже сказала, что принимали участие. Очень приятно, да, что ребенок выиграл грамоту. Свою первую, так сказать, получил. Первые дипломы получили все 15 участников академического конкурса «Бал бабочек». Самой юной участнице Анастасии всего 3 года, но она не самый маленький музыкант в центре. На занятия приходят детки с 2 лет. По учебному курсу, разработанному Еленой Хайнер, работают в 52 странах мира. В ноябре прошлого года методическое пособие утвердило Министерство культуры России. В уссурийский центр «Маленький гений» уже 3 года работает по этой программе. Знакомые сюда как-то пришли и рассказали об этом центре, что понравилось, преподаватель, интересный подход. Поэтому, а мы здесь живем недалеко, поэтому пришли, попробовали и уже не уйдем. Учиться играть легко. Для этого нужно заниматься. К примеру, после концерта в декабре сразу 3 воспитанника центра без экзаменов были приняты в школу искусств. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.